Вот так я покажу. Я модернизировала свои коробки. Вырезала им, видите, под лампу. Здесь и здесь. Поставила малышам вот такой отдельный карабончик. Здесь они не едят, не пьют, а только отдыхают, отсыхают. Вот этот вот, который только что я принесла из инкубатора. Птица добрая, никого не кусает, ни на кого не нападает. Когда подсыхают, они начинают расползаться из теплого круга по сторонам и ходить вот так вот уже бродить. Я их перекладываю сюда. Здесь батоны у меня накупались, сейчас набегались, наелись. Им крупноватая была фракция комбикорма. Я его потолкла просто в стеклянной баночке. Стеклянной баночкой. Они поклевали и даже вот начали какать первые разы. Извините за подробности. Вот так вот мы лежим все ковриком пушистым. Только что бегали. Но почему-то телефон ничего не снял. Один у меня тут купался в ванной. Ну, в общем, устали. Ну, что нам еще полденечка. Кому-то часик, кому-то два, кому-то три. Вот такая основная компания. Сейчас закрою их. Очень-очень тихие, их не видно, не слышно. Пищат только те, кто вот только вышел, и им еще все больно. Они кричат, вот здороваются с новым миром. Сейчас кого-нибудь можно переселить, наверное, уже. Нет, еще мокроватые. Пусть побродят. И слабоватый там уже. Ну, хотя вот он ничего так. Ой, неудобно встали мы, неудобно. Вот. Я им даю попить сразу. Ну, вот так вот варварски. Они пьют. И все. Входит новую компанию, никто его не обижает, никто его не клюет. Просто сейчас к ним заберется под крылышко и будет здесь пить и есть. Теперь уже не найти нашего птенчика. Пошел попить.